холод. Мерзкий холод пронизывал меня с ног до головы. Это время года было особо мерзкое. Снег смешался с дождем, то и дело пропитывая все вокруг грязью и слякотью. Порой мне кажется, что эта погода подстраивается под мою депрессивную душу. Казалось ли тебе, друг мой, что твоя жизнь потеряла всякий смысл? И последнее, что успокаивает, это скорая и неизбежная смерть. Быть может, эти мысли посещали тебя всего на мгновение, но меня эти мысли не покидают даже во сне. Моя голова была забита сотней мыслей, одновременно пуста, может быть, это всего лишь последствия лишнего выпитого стакана? В конце концов, это не важно. Незнакомец, я поведаю тебе свою историю. Я не жду, что ты поймешь меня, но, возможно, узнаешь что-то новое для себя. Стоп! Как я здесь оказался? Последнее, что я помнил, это был небольшой мусорный переулок возле некогда известного отеля «Централ», а нынче мерзкой помойной ямой. Как же давно это было? «Неужели кто-то решил свести счеты с жизнью?» – подумал я. Но времени на раздумья не было. Быть может, моя душа превращается в пепел. Я не хочу умирать! Thank you.
Срочные новости. Лейтенант спецназа покончил с собой. Предсмертной записки обнаружено не было. Обстоятельства гибели устанавливаются. Мы будем сообщать вам о ходе расследования. Несмотря на то, что тогда на крыше я видел его впервые, его лицо казалось мне до боли знакомым. Я всегда был очень внимателен к собственным знакомствам, но как бы я ни напрягал свои извилины, я не мог понять, откуда я его знаю. Версия. Самоубийство по принуждению. Неплохо бы узнать о наличии родственников или иных методов воздействия на него. Наркотики или иные психотропные вещества. Необходимо узнать содержимое крови покойного и как можно скорее. Должно быть, его тело сейчас находится в городском морге. Сильный стресс. Работа. Семья. Здоровье. Возможно, деньги. Но почему тогда он сказал, что не хочет умирать? Крис, некогда известный дорогостоящий хирург, нынче лишен своей славы. Как же я многим ему обязан. Всякий раз, обращаясь к нему, мне неловко. Я навсегда останусь перед ним в неоплатном долгу. Но увидев его взгляд, я понял, что он был рад меня видеть. Добрый, мудрый взгляд. Надеюсь, он понимает, что я прихожу к нему не только потому, когда что-то нужно. Я по-настоящему ценю его. Он мне как отец. На секунду мне захотелось улыбнуться. Но почему-то у меня это не вышло.